33 года назад Кишинев запустил процесс конфликта на Днестре. 25 января 1989 парламент Молдавской ССР начал работу над законопроектом о языке. Приднестровье предложило вариант сделать государственным два языка – русский и молдавский, но Молдова этих пожеланий не услышала. 1989. Перестройка, все идет по плану. Кремль дает союзным государствам больше свободы, и те ее берут. Ударными темпами. В Молдове на улицы городов и на политическую сцену выходит Народный фронт. В лидерах движения местная интеллигенция. От нее и идет инициатива сделать государственным языком молдавский. Причем на латинице. Власти одобряют эту идею. Начинается работа над законопроектом. Его выносят на обсуждение. В дискуссии участвуют и Приднестровье. Мы обсуждали один проект, а нам выдали на руки совершенно другой проект. Когда начали ознакомливаться с этим проектом, выяснилось, что все, связанное с функционированием русского языка, в этом законопроекте было выхолощено. Вы сами представляете, что такое? Говорим о гласности, говорим о демократии, говорим, посоветуемся с народом. С народом посоветовались, а потом его, ну, чисто по-человечески послали подальше. В конце августа Верховный Совет МССР принимает закон о языке. Там слышат голос Народного фронта Молдовы. Оппозицию Приднестровья предпочитают игнорировать. В Тирасполе создают Объединенный Совет трудовых коллективов и проводят предупредительную двухчасовую забастовку. Простые рабочие, люди, далекие от политики, идут на отчаянный шаг. Все ради одного – сохранить право говорить на родном языке. На одном из митингов присутствовал и Снегур. Митинг был, по различным оценкам, от 40 до 60 тысяч человек. То есть практически вся площадь и прилегающие улицы были забиты жителями города Тирасполь. Сам Снегур, конечно, прочувствовал эту ситуацию. Его там даже прихватило сердце. Но мы думали, что после таких перипетий все-таки что-то дойдет до этих людей. Но, к сожалению, не тут-то было. Тогда Кишинев не оставил Тирасполю других вариантов, как выбрать свою дорогу.